Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Бусинко. Всем привет. Мы продолжаем гемоськать Варк Survival, выжженная земля. Собственно, мы с Бусинкой как вот уперлись в прошлой серии в пустыню, поселились, да, здесь в небольшом аванпосте, вот на границе где оазиса. Так, пока здесь и продолжаем свое бытие, да? Какой ты у меня красивый. А ты у меня такая гладенькая. Так, слушай, ты не помнишь, где пестик делать? Создание. Вот. Камень и кожа нужна. Сейчас сделаем. Ты можешь сделать пистолет? Кого? Пистолет? Камень и пестик, ну, чтобы это перемолоть в цемент. А, я думал, ты пистолет хочешь сделать, думаю, нифига у тебя. Пистолет не смогу сделать огнестрел без станка. Просто нужно немножечко камня, кожа где-то есть. Была где-то валялась тонна кожи. Кожа у нас есть в сундуке. Просто маленечко хотелось бы чего-нибудь такого. Слушай, у меня вот есть тут органического полимера, но он мне нахер не нужен. Вот почему у меня есть органический полимер тогда, когда он мне не нужен? Это нормально? Наверное, да. Ладно. Чет на бытие. Твою дивизию. Я взял, выбросил камень, который яростно собирал. Решил облегчить себя, представляешь? Слушай, Ай. а где этот? А, вот он. Мой. Твой. Как его? Питомчик. Шпанч Боб. Питомец. Слушай, я выброшу, наверное, седло на по Рецетария. Оно все равно одиночное, нафиг оно нужно. Оно меня переполняет, блин, я весь заполнен. Самый не балуйся. Так, я худо, бедно ходить могу. Прибавит. Что ты выкидывал? Да так, всего понемножку. Пестик и тычинки. Я, короче, что хочу? Я хочу сделать цементной пасты маляську. И зафигачить здесь могилку, в которой можно будет забирать ресы. Кстати, это мысль. Помнишь, мы хотели с тобой дальше пойти посмотреть, что там за город впереди? Но. Вот, я как бы хочу очень посмотреть, что там есть. Но дело в том, что не факт, что мы с первого раза добежим туда и не умрем. Сама понимаешь, там сколько вон всяких ползущих гадов есть. У тебя гриф летает, будь осторожный, богомол там рядышком. А, ты не пугай меня такими. Я как бы просто, поскольку, ну, могу предугадать исход. Все-таки исход тут вполне как бы предсказуем, что у нас может кто-нибудь съесть. И я хотел бы просто хоть что-то вернуть из того, что возможно потерять. К тому же, пока мы попутешествуем, у нас здесь хотя бы оазис перезагрузится, то он вообще практически весь уже вышкребен. Это да. Скоро нечего здесь будет брать. Текс. Текс, 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 текс. Так, теперь самое интересное, вспомнить, сколько надо на могилку. 70 камней, 8 цементной пасты. Так, паста готовится. Короче, 5 камня. Очередной раз нужен камень. Наверное, топором буду добывать. Дело в том, что топором камень добывается гораздо эффективнее. Запомни. Почти. Чуть-чуть надо. Это так примерно. Я, наверное, одну могилку пока построю. Я думаю, ее должно хватить. Просто по очереди, наверное, будем активировать, да?
Ты уверен? Может, мне надо свою построить, чтобы... Не, ну ты можешь, конечно, еще это построить. Я сейчас еще сделаю цементные пасты. Я знаю, что откат я ставил в настройках к этому моду это 15 секунд. Ну, в среднем, я заметил, все-таки около 30-ки, как минимум, надо подождать. Чтобы уж стопудово. Вот она, смотри. Вот стоит здесь. А пойду стрелы наделаю. Стрелы нужны. Бякушек всяких бить, потому что через какое-то время все равно к нам пристанут. Ты где ее поставил? На втором этаже это как вот в обход идти. А, все вижу. Ты говоришь, там паста, да, нужна цементная? Да, цементная паста. Я там накидал хитина, надо только еще камушка, чтобы сделать цементную пасту. Так, я кустарники пока собираю. Волокна нужны. Тикси. Я весь перегрузился. Один. Камушки есть, какая фигня. Так, у меня 5 цементной пасты в инвентаре осталось. Я сейчас это скину ее тебе. Она всяко понадобится, лишним-то не будет. Сейчас ягодки съем. Текси. Засовывать сюда. Сюда. О, классно, Титана Буа бегает. Смотри, будешь я сюда вот складываю, лишь 7, еще одну надо сделать. Все, вот сейчас одна скрафтится и можешь забрать. Вот камушки я тоже сюда положу. Как раз, кстати, хватит, смотри. Там 75 надо, вот здесь 8, и пасты как раз 8 штук. Но я понесла камушку еще. Вот, так, что я хотел там, да. Так, паста и что там еще надо? Дерево? Да. Ну почему дерево, камень? 75 камней, паста. А здесь все есть, вот в этой прям ступке прям бери. Не перепутала. Это просто в ступке уже есть, можешь как бы брать, лишь не будет. Починить. Кстати, у нас тут большие повреждения, оказывается, есть. Имеют место быть. Так, стрелы пока сделаем. Чем больше, тем лучше. Тикс. Че у нас такого интересного? Песок нафиг не нужен. Так, куча много бякушек спаунится около дома. Ужас просто. А нет, это ортоплерма. А не змея. Хотя фиг знает, отсюда не видно. Жара еще он опять поднимается. Че, пойдем? Рискнем здоровьем. Так, я думаю, что у меня есть из оружия. Ничего, у меня нет лука. Ну, пойдем. Я где вода? Да, я тоже, кстати, попью сейчас заодно. Давай. Хлебни немного и пойдем. Богомол! Богомол, Буся! Дарим по врагу народу. Врагу народа. Неправильно высказался. Ну ладно. О, нифига, Мася, 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 чего у него было? Да он четкий пацик. Ну, чё? Четкий пацик. Ты все забрал. Смотри. Сука. Нифига. Не материться. Работать. Упс. Так, слышь, ты что, меня задел, что ли? Да ладно, все, случайно. Ух ты, я тебе сейчас Мася, ну задену. погоди, нифига, слушай, им добывается. Прикинь, я пару раз по камням задел и капец собрал. Нифига, им можно собирать на расстоянии. Прикинь, предметы. Офигеть. Я сейчас запариваюсь выбрасывать. Обалдеть. Слушай, вообще классная вещь. Прикинь.
Я боюсь представить, что можно делать с несчастными. Давай попробуем на кого-нибудь. Пошли. Еще кого-нибудь загасим богомола, вдруг у него будет прикол. Тебе для тебя засунем что-нибудь такое эдакое. Идешь? Ну, подожди, я кушаю. Просто офигел, сколько он собрал. Слушай, еще на том можно классно собирать дроп. Я не могу попить, прикинь. Я не знаю, почему я не могу попить. Отойди маленько. Ну, в смысле, сдвинься чуть-чуть, и должно появиться буква Е. Да, она появляется. А что, уже попила? Не, Главное, пустая. змея так и ползает, прикинь. Медленно, но верно, все равно к нам приползет. А, вот я вижу, она. Давай попробуем загасить. Так. Блин, не попал. Сволочь. Прикинь, вообще никак. Есть. Эффект. Еще есть. По-моему, она сейчас сдохнет. Готово. Она умерла, еще должна осталась. Ух ты, посмотри, что у нее есть. Можешь лук взять. Металлическая кирка есть, представляешь? Офигеть. Кирку можешь поменять одну. Себя возьми одну кирку. А можешь две взять каменные. Офигеть, себе, четко. Стрелы есть, как У говорится. меня лук есть. Каменные стрелы он возьми себе, я это себе пополнял, крафтил. Ага. Так, там Много богомол стрел. около дома, по нему загасим. Вдруг у него тоже что-нибудь прикольное. Так, ну в него попасть легче, конечно. Все, ты же помнишь, да, что он сейчас прыгнет как бешеный? Он как назойливый менеджер по продажам ненужного хлама. Пшелон. Пшелон, говорю. Прикинь, я по нему бью, и с него только вещи выпадают. Черт, я почти умер. Офигеть, у меня хп мало. Кто из них так мне классно поцарапал? Че, у него что-то было ценное? Да кирка и топор только. Я даже не стал смотреть, просто меня покоцали. Да, фигня. Офигеть, слушай, покоцали меня. Ладно, пойдем, а то так чувствую, мы с тобой не уйдем, так и будем мучить местных. Тем более еще жару нападает потихоньку. Так. Сейчас ты это выброшу. Все, четко, погнали. Он где-то там чуть левее, да, по-моему? Кто? Ну как-то. Оазис. Сейчас, погоди секунду. Блин, я забыл этот. Чем вьювер вырубить? Мешает. Тю. Да, все хорошо. Погнали, все хорошо. Скорпион. Так, я на всякий случай сразу лук беру. Я не знаю, что он сможет ждать. Фиг его. Поймешь. У меня мало хп, поэтому если ко мне кто прыгнет, я сразу считаю труп. Так, давай осмотримся сначала. Ага. Там спокуха. Там он в этот он ползает. Да, лучше Нет. уж, знаешь, со змеей, ну, бороться. Она все-таки видно, как ползет. Вон впереди, там слева, вон там он. Городишко. Пойдем так потихонечку. С богомолом вообще не варик. Он так прыгает, слушай. Урон он много наносит. Травушка, муравушка. Я на всякий случай на нее буду смотреть и бежать. Так, тихонечко еще умираю, блин. Ягодки ем последние, какие есть. Так, мне не нравится эта змея, блин, я боюсь, как бы она нас не увидела и к нам не побежала. Ты тоже, да, об этом думаешь? Так, впереди грифы, они и жуки какие-то, навозники, по-моему. Есть риск, что они на нас нарвутся. По крайней мере, грифы стопудняк могут нарваться. Блин, я вообще уже наркоман, у меня галлюцинации начинаются. Так, гриф приземлился, погодь. Я убил его, да? Летит на парень. Бойся, Да. берегись. Ау, Мася! Ты чё, меня-то бьёшь? А ты не попадайся под копье. Бить-то надо кого? Говорит, не попадайся под копьё. Ты когда бьёшь-то, смотри.
Я тут тебя спасаю, гриф летит, а ты вместо того, чтобы гриф, взяла мне, засадила копье. Ну, блин, потому что я ну, боюсь. Потому что смотри, гачу куда, все. куда бьешь. Ты взяла меня, убила хладнокровно. Ну, зато теперь у тебя полная жизнь. Зашибись. Поломала мне последние надежды. Не будь мне теперь в балете. Да, в балете ты идешь ко мне или нет? Не знаю, подумаю над твоим поведением. Ну, блин, я сейчас это... Тут плохо видно, я не знаю, куда идти. Ты хладнокровно меня завалила такая. Ну, потому что не надо было иметь под копье. Вот так вот ты меня любишь. Ты идешь или нет? Иду, блин, что такое шустрое? Я не могу бегать. Если буду бегать, я захочу бить, я ползу своим шагом. Иди дальше, он к дюнам, как куда мы шли. Я не знаю, куда мы шли, ты же меня руководил. О, как? Ну вон, смотри вперед, видишь, там впереди оазис. Ты до меня дойди, пожалуйста. Я ничего не вижу, у меня около белый экран. Около тебя бегает Скорпион. Я знаю. И жучары. Я ничего не вижу. Вообще тупо белый экран. Шикарно. Да, так что как бы. Погоди, я смотрю по сторонам. Если ты. Нет, стой, стой, я к тебе уже подхожу. Да я вижу тебя. Ну как тебя? Я вижу. Все, пойдем. Все, пойдем туда. Бедолага. Тебя убили. Ты был так молод. И так бородат. Да? Угу. О. Что-то есть. Смотри. Какие-то развалины непонятные. Ничего ценного нету. Ладно, пойдем дальше. Слева два скорпиона, справа арта плерма. Так, там еще какие-то жуки летают. Титана муравьи. Рано или поздно они к нам побегут. Так, осторожнее здесь, очень осторожно. Так, слушай, опасно, опасно. Давай справа. Скорпион. Справа лучше арта плерма убьем. Если она нападет на нас, это будет жопа. Давай, если что, закроемся вот этими скалами. Потому что она, если за нами пойдет, это капец со спины. По-моему, Скорпион уже нас один увидел. Как вот здесь так стой, да. Вроде хорошо. Нет, отходим, 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 отходим. Там много бякушек. Все, давай, сейчас я Скорпиона начну гасить, сюда звать. Потому что если они вдвоем, ну, все на нас нападут, это будет жопа. Так, они двое идут. Я их заинтриговал. Стреляй в них, не давай им возможности подойти. В ближнем бою, слышишь? Отбегай, отбегай, бегай, бегай, беги, просто беги, разворачивайся, беги. Только беги не на других мобов, не туда. Ты как раз на артоплерум побежала. Бегай, бегай, не бей его лобовую. Если тебя ужалит, ты упадешь. Ужалил? Нет, вроде. Смотри, осторожнее, просто когда ты побежала, там это он... Скалопендра ползает, я думаю, ну все. Так сейчас... я же говорю, я ничего не вижу, где тут кто есть. Так. Тупо белый экран. Ботинки есть, слышишь, ботинки и шапка. А, слушай, я не посмотрела, что у того есть. У того ничего нет. Солнце настолько ярко, то что капец. Так, давай отсюда валим, ну и нафиг, я не хочу с ней бороться. Может нас нажалить. Когда скорпионы, если будут подбегать, то он как бы, ну, отступай назад бегом. Иначе с ними очень тяжело биться. А то фигня все время потихонечку к нам подползала. А, впереди богомолов вижу. Что еще? Давай вон скорпион лучше захерачим. Обойдем по кругу. Я не хочу идти через этих богомолов. Вот зараза. Блин, у меня сломался лук. Есть чем починить, нет, да? Нет. Блин, жопа. Знаешь почему? У меня тоже ломается. Я теперь думаю, надо было взять тот, который там был целый.
Ну ладно, пошли. Значит, будем биться с кем угодно, но только не с ними. Потому что с ними контактный бой вообще будет стопроцентно проигран. Я пить хочу. Я тоже почти хочу пить. Что-то мне кажется, мы не доползем. Сейчас такая солнечная активность. Ну, пойдем направо, там какой-то жучок маленький. Может, он не агр. А вдруг у него вода, кстати, есть? Давай посмотрим. Ты что-то сильно убежал. Беги, беги за мной. Ну, только не без ускорения. Так я не могу, Я ты обычным это. шагом иду, я не бегу. Да, это водяной жук. Ну попей, у него Вау. чуть-чуть, правда, воды, ну попей, давай быстрей. Это вот этот? Да, только быстрей, 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 быстрей. На скорость. Потому что я тоже хочу бить. Пошли наверх, все, брось его, пойдем наверх. Так. Вон город впереди. Давай попробуем так пойти. Вроде здесь поспокойнее, вот так дорога. Видишь, да, куда пошел? Я твой вижу, не к ним, тупо на него иду. Да, пошли. Справа Титана Буа, но не будем биться. Будем игнорить. Иначе нам хана будет. Тут есть еще водные жуки, но около них агры. Так, пока все хорошо. Будет даже сглазить. Вообще жесть, меня тоже все белеет. Впереди, блин, скорпион. Конверт, ты не видел еще мой экран. Я тупо говорю на твой никнейм иду. Весело. Да у меня тоже он белехонько почти все. Я даже твоего тела не вижу, понимаешь, тебя самого не вижу. У меня обезвоживание. Блин, будет весело, сейчас мы подохнем. Не дойдя до города. Впереди, конечно, жестяк полный, попробую их обойти аккуратно. Не знаю, мне кажется, мы не дойдем. У меня уже головокружение забивается, полоска без воды. Прикинь. Я почему-то не могу взять копье в руки. Все нормально, у тебя в руках копье. Нет, мне Да, показано, что у меня я же есть. вижу, что есть. Мне показано, как будто я тупой, Ты не ну. отставай, здесь только агров, я не буду с ними биться, потому что я их практически не вижу. Просто беги. Так я У меня бегу. вода кончилась, я в любой момент могу тупо шлепнуться. Поэтому пока все нормально у тебя с копьем. Богомол. Где? Сзади уже прыгнул. Я его сейчас забью, только меня не бей. Все, готов. Давай посмотрим, что есть ценное. Копье есть, возьми, если тебе надо. Только быстрее, быстрее, на скорость будет. Вот прям на скорость взяла, не взяла, все, пошли за мной. Давай. Я тебя не вижу. Сначала повернись, потом это бегай. Видишь меня? Нет. Вот я рядом с тобой. Я походу в обмороке, я не Нет, вижу ты их ничего. бегаешь. Вот же А ты бегаешь. все. Но у меня экран весь красный. Пойдем. Розовый, белый. Я вдали уже ничего не вижу, я просто по памяти бегу, вот где видел. Понятия не имею, у меня уже все белесое. Я умираю. Практически. Нифига там грифы напали на богомола, да, остатки доедает. Ты Впереди куда? что-то есть. Слева Титана была, чуть-чуть правее. Давай, давай, не отставай. Я умираю, тебе хотя бы еще есть что, ягодки погрызть, я уже полностью весь. Вот он этот уазис. Слушай, впереди какой-то жучок маленький. Я надеюсь, это водный. Нет, по-моему, это скоробей. Скоробей, блин. Ладно, хер с ним. Пошли вон, какой-то дом. Или что это? Мы добрались, прикинь. Ну, я сейчас отключусь, у меня уже он, галлюцинации начинаются. Прикинь. Воды, пожалуйста, воды. Пусть мы добрались. Мы добрались. Ура! Первое, что я сделаю, это я собираю ягодки. Потом поищу воду. Ура! Я Я что-то ягодки начинаю видеть. погрызу. Я погрызу ягодки, мне станет хорошо. Так, мне нужно пить. Я сам хочу пить, но я хочу ягодки. Маленечко хп поправить. Так, давай сюда зайдем внутрь. Посмотрим, что здесь есть. Так, тут вроде как ничего такого, да? Так, сейчас я разберусь, что тут у меня есть. Что она выпадала? Он все ягодки какой собрал, сейчас все их выжру сразу. Так.
тут нет ничего, нет. Так, давай, надо осмотреться маленечко. Сейчас я сюда сбегаю вокруг. Смотрю, что там есть. Здесь не отключусь. Тут уж воды не вижу, хоть убей. Весело. Какие-то постройки есть непонятные, но воды не вижу. Грифон летает. Надеюсь, не загрится. Ну же, давай, ну хоть один. Хоть один источник воды, господи. Мы же вроде немного просим, да? Блин, тут титана муравьи. Зашибись. Летят. Увидели меня, довольные такие. Подохните, уроды. Начни осматриваться. Вроде здесь пока худо-бедно безопасно. Может, найдешь. Но я вот там прошел по центральной и не нашел воды. Тут что-то есть непонятное. Нет. Вроде воды нету. Блин, прикинь. Мне очень тяжело идти, я не вижу ничего. Знаю, тогда зашкирься где-нибудь. Сейчас я попробую исследовать. Пока что я не вижу воды. Походу придется пить из-за, ну, за счет ягод. Что ягоды вот мотать. Всю влагу из них живительную. Да, нету здесь, походу, ничего, прикинь. Я еще, конечно, дальше не прошел маленечко, там есть. Сейчас я тогда пройду. Если ж помирать так с музыкой, да? Ну да. Так, ну если там есть вода, это будет шикарно. Хотя сомневаюсь что-то. На карте нету, да? Не показывал. На карте отметок нет. Тут скорпион, блин. Увидел меня, бежит ко мне. Довольный такой. Счастливый. Нет, здесь только разломы, вот эти всякие. Нефтяной жук. Где у нефтяного жука бей? Станет меня. Нет, тут нифига нет вообще. Блин, весело. Вот, можно сказать, что впустую сюда прибежали. Ну, чисто в том плане хотя бы, что вообще без понтов. Так, единственное, я сейчас еще мне плюс. Сейчас нарублю дерево, починю хоть лук. Где? У меня богомол напал. Бью с ним, 30 уровня, прикинь. Самка убита мной. С крайней жестокостью. Блин, у меня один удар, и я труп. Прикинь. Чё ты хочешь? М? Чё ты хочешь сделать? Лук починила. А. Да я все равно, походу, сейчас сдохну. Ты давай не это. Не впадай в такие крайности. Чё я одна тут буду делать без тебя? Я это, у меня. Ну, я тут сгораю весь. У меня перегрев. Вот. Скорее всего, я реально сейчас просто откинусь. Я тоже. Я ужасно хочу пить. Я вот ягоды пособирал. Как, ну, с кустов какие были. Да мне пофигу на эти ягоды, если честно. А, я их вот пособирал. Ну, худо-бедно, чуть-чуть, конечно, я себе продлил агонию. Но все, я уже умираю. 20 показатель, 19 потихонечку падает. Просто вопрос времени, как быстро я это откинусь. Понимаешь? Угу. То есть, тут даже и думать не о чем, я стопудняк сейчас подохну скоро. Все, у меня полностью на это, на убыль жизни пошли. Я даже уже ходить практически не могу. Я парализован. Господи, что делать, как жить? Я тебя нашла. Я умру сейчас. Ты видишь последние минуты моей жизни. Точнее, секунды. 3, 2, 1. И сейчас я где-нибудь здесь откимарюсь, смотри. Все. Блин. А я. Слушай, я не знаю, что произошло, но средняя шконка, помнишь, которую мы ставили на это, на пике горы, она пропала. Еще недавно была активна. Слушай, а как ты лестнишься тогда?
Ты в ней не резалась? Или это уничтожил динозавр, может? Может, нет, не резалась. Так вот весело. Так, а что мне делать? Может, кто-нибудь сбегает, так вот, до прикола? Например, змейки. Сбегай, почему нет, в принципе. Самоубийца где-нибудь, не знаю. Немножечко самоубийца, да. Как бы тебе объяснить? Знаешь, мне уже если я пыталась куда-то бежать, я даже не знаю, потому что все бело-бело, я ничего не вижу. Да, это прискорбно.